Сделано в Щелкове. Два предприятия планируют расширить производство в нашем городе. Первый заместитель главы администрации района по инвестициям Аминат Халидова и начальник отдела промышленности и сельского хозяйства администрации Евгений Сайфулин посетили опытно-производственную компанию «СИП-Экохим». Предприятие начало работу благодаря поддержке со стороны администрации в рамках программы «Инвестчасов». Муниципалитет оказал содействие в получении земельного участка. Инвесторы из Омска выпускают профессиональные моющие средства и промышленную химию. За 5 месяцев после запуска первой производственной линии компания принесла в бюджет района порядка 5 миллионов рублей налоговых отчислений. Первому заместителю показали действующие цеха. Предприятие активно развивается, побывали в цеху, видим, что там также активно развивается, завезли новое оборудование, которое планируется запустить в ближайшее время. Предприятие обеспечивает рабочие места нашему муниципальному образованию. Есть, конечно, некоторые проблемные места, такие как логистика и желание расшириться. В чем администрация будет содействовать и помогать? Нам уже тесновато здесь, мы хотели бы пристроить. Но нужно получить разрешение. Хотелось бы работать в правом поле, но с этим нам требуется помощь от администрации. В режиме запуска производства компания выпускает порядка 150 тонн моющих средств в месяц. По завершении строительства мощность вырастет до 5000 тонн. Это примерно 5% от российского рынка. На территории СИП-Экохим работает общество с ограниченной ответственностью «Эл-Энерго», выпускающее электрооборудование для гражданского и промышленного строительства. Это предприятие также желает расширить мощности на территории Щелково. Лучше, конечно, своя территория, но если здесь мы останемся и в планах построить здесь новое здание, и новые собственники СИП-Экохим идут навстречу, то это тоже вариант. В согласовании новых площадей администрация муниципалитета также окажет поддержку. На будущий год муниципалитет включил в план строительства подъездной дороги промплощадки. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».